Давай я на Бурябая зайду, этот хапал. Да, давай. Ты танчил, да? Ну заебись тогда. Так, ты заходишь. Все, тогда я шестым хилом, если что, буду. А сейчас мне что делать? Ханта сюда, блядь, прыгать. Я понял, короче. Нормально. Так, ну, собаку я в себе побью тогда. Все, хэппал есть, ДЦшники есть. Так, быстро пронесем. И нормально будет. И еще куда-нибудь пойдем, да? Да. ЦЛК 10 гер. ЦЛК 25 оп. Его за полтора часа, да? И потом на закуску РС еще, и вообще охуенно. Угу. Так, Блоднига вперед, все тут и башим. По кругу чистишь слева направо и доходим до собаки. Верим трэш. По кругу чистим справа налево. Если справа налево получится, то придется идти к ГГ нашу. Наоборот же, собака слева, не? Но. Собака слева. Но если справа налево идти. Ну трэш чистим собаки. Справа налево. Остановим, закончим. И у собаки закончим. Слава, ты чё? Ты где? Ну смотри, вот здесь вот лево. Вот здесь. Вот сейчас я даже звездочку поставлю. Вот звездочка это лево, да? Ну. Вот кружок это право. Справа идем. Чистить надо слева направо. Вот со звездочки на кружок. Правильно я говорю? Нет. Справа да, налево. Вот мы справа идем. Проснись, ты где? Сейчас ты мы что? Сейчас мы пошли с звездочки до кружка. Это слева направо называется. Слева направо. Мы с центра направо. Блять. Что-то, по-моему, нас наебывают дико. Он, блядь, конкретно нам пиздит. Нихуя. С правой стороны идем на левую. Слава, у тебя монитор не кверх ногами. Нет. А ты на стуле сидишь, нормально? Это называется игра слов, блядь, нубы, блядь. Ты случайно в МММ работаешь? На бумажке напиши, где лево, где право, и начни этот монитор вот так. А потом, когда приходишь на босса, говоришь, метку выносим направо, нахуй, челик спиной стоит, потом выносит на левую. Какая игра слов? Иди кроссворд решай, деда. Сейчас я тебе решу, блядь. Дед буянил. Сука, еще деда обижают. Игру, нахуй. Охуели совсем. Да я сам дед, че? Сегодня семки полузгаем. Да ты такой дед, блядь, какой я, блядь, дед, нахуй. Ну и что? Деды. Тебе даже 20 лет нет, нахуй. Вы слышали этот смешок? Уверен, если я тебя пруфану. Пруфани. Че ты пруфанешь-то? Ну пруфану, что мне за 20 уже далеко. Далеко это сколько? 22? 21. Ахахаха, смешно. Вы вообще найс судите. Так сколько? Давай раскрывай тайну-то, блядь. Только не говори, что 45. 42, ёпта. Ебать, я понял. Да не, мне 16, как и Хурику. В натуре. А где Хурюк, кстати говоря? Он сказал, вот не будет сегодня. Он опаздывает. В запой ушел, шаем получил. Сука, я хочу чарку. Хоти. Нормальную какую-нибудь. Я тоже хочу, уже 12 раз крутил.
Ревностный там не падает, можешь. Да падает, блядь. Как можешь это? Не ждать. Падал же, блядь. Я видел. Только рерол. По-моему, выпадал где-то. Так, короче, первая, вторая пачка — это все слева. То есть два ханта прыгаете. Мидарк тоже прыгаешь. Милика вообще это, мало. Так я, у меня урона ноль будет просто. Ну, похуй, ну не знаю. Ну, блядь, придется. Я типа в БМе... Продать если тебя. Не стою, ничего не жму. Похую. Ну, придется автоатакой бить. Ничего страшного. Так вот. Она тоже на ходу не нажмется. Похуй, просто прыгай и все, нормально будет. Жрите рыбу. Первая, вторая пати налево, и еще добавим к ним Холи ДЦ и Неола, тоже туда пойдете. Остальные, короче, три хила считайтесь этими, как они называются. Блять, Мудфокса может сову, или нахуй. Ладно, похуй, пускай будет хили. Жрите быстрее. А там именно прыгать надо, или можно просто бегать? Просто бегать. Можно бегать. Так, еще раз. Значит... Блат на боссе? Первая, вторая, да, Влад на боссе. Первая, вторая, это... А кого он же у нас есть? Ваня, ты можешь, блядь, пойти в милизону? Или он и так в милизоне? СС и кому сдавать? Надо никакие СС. Я-то могу. Я ж тебя учил, Крузис. Он больше даст. Все, значит, РДД в кружке начинаем. Это. Первая, вторая, идите к танку, к звездочке. Ваня, давай поменяемся. Я, блядь, нафижу нахуй там. В миле. Да, блядь, Ваня твой 30к дает ДПСа, блядь. Он и так дает 30, блядь. Сука, заебал. Ну я нафижу там, ты будешь ныть, блядь. Всё, иди, блядь. Всё. Поехали. Вот, вот. Так, а Shadow Knight где стоит? Shadow Knight, ты с другой стороны стоишь. Shadow Knight, сука, иди сюда, ты чё там забыл? Shadow Knight. Тень, ночь. Всё, это, все готовы, даю чё. 5, 4, 3. Темная ночь. Темная ночь. Геро. То на первых гейзерах сдохнет, тут просто мудак. Сука, а хули ты возле меня бегаешь? Не бегайте ко мне, к сове, блядь. Я с зеленой меткой. Мы получим конфликт, блядь. Прыгайте туда, вдоль костей, нахуй. Слышите, блядь, на решетку сюда не заходите, блядь. Бичи, блядь, кто прыгает там. Вот, смотри, два бича, три даже. Берегитесь. Куда ты встал, нахуй? Нахуя ты встал? У него зеленый. Повезло. Да, повезло, блядь. Выходим. Так, на обстреле получается, блядь, фокус, я так и знал, нахуй. Да я говорю, блядь, залагало, да. Поэтому недолго. 17 FPS. Хули, нубы всегда... Чё я, блядь, ты думаешь, я бы не додумался, блядь, с геймера выйти, ой, пиздец. Да. Так, хуярим. Ёбаный в рот. Что-то ДПС по пизде весь пошел нахуй. Этот вылетел, блядь. Два хила сдох, блядь. Вот, на Инеоле метка. Интересно, спасут его? Нет, смотри, один прыгает. Похую, да? Вообще, сейчас сдохнут. Оп, выжил. Молодец. Ебать, я понял. Чуть не обрыгался. Сокрушающий. ГЦ сед же, нахуй. Берегитесь. Был дедом, остался дедом, бля. Не знаю, как-то странно босса танчит. О, а чё он, ну там? Я помусор стоял. Накидал, бля. Намусорил метками. Короче, падаем, нахуй, полрейда лежит. Ложимся, вместе избегаемся на решетку, блядь. Вы... Сейчас я им там положу лужу. Бегите,
Не успел. Меня интересует, как Хольдец сдох. Заходим. Гейзер вроде. Вы что, блять, ну, до сих пор, сколько мы сидим здесь с вами, в этой гильдии, блять, сколько мы можем уже не научиться, нахуй, на это говно все отбегать, блять, всю эту парашу. Почему, блять? Ну... Слава, у тебя каждая, блять, третья КД, нахуй, новые люди. Почти. Так, как новые, вот все, вот кто здесь сейчас есть, тут новые, я не знаю, вот один фокусирую, блять, фокус, блять, и то, который это все знает. Анреаль не знает. Да я тебе вот говорю, просто нахуй 13 FPS, из-за этого я выбегал с нее долго, нахуй, играю. Да вой до 4 FPS, ты не можешь долго выбегать. Я еще раз говорю, блять, я нахуй не просто из-за ебаного лага, нахуй, долго с нее. Жрите рыбу. Я выхожу по своим, у тебя спешат часы. А, Костя, тебе на работу? Я не стоял на максимальном бренже, потому что там лужа была разлита. Потому что ты, блядь, пиздец. Нахуй. Между друг другом надо держать рейд, когда скверна это появляется. Меня блядская скверна второй раз убивает. Блядская скверна? Скверна? Какая скверна? Ну, которая по всем ауешит зеленой хуйней. С пула не держим рейндж. Когда будет на тебе стаков 6, тогда уже набирай. Ну там раки подохнут, поэтому места будет больше. Коль ДЦ, выбеги с гейзера, блядь. Фокус, блядь, хули не готов. Я хавал это, рыбу. Это Энх, что ли? Угу. Все даю учет. 5, 4, 3, 2, 1. Имейте в виду, я посмотрю сейчас пару траев, нахуй. Будете падать так же, как бичи, нахуй. Просто начнет ГП хуяриться. За каждый гейзер, блядь. Гейзеры чередуются, и все эти способности, они по очереди кидаются. Сначала на одних, потом на других, блядь. Нихуя сложного нету, блядь. Вот смотрим сейчас, на ком первая хуйня будет. Вот тело застыло, блядь. Делай так, чтобы этого больше не было. Вот фиолетовые гейзеры. Берегитесь. Так, сову спасти, сову спасти. И кто там? Шадоу там стучка. Вот, сейчас выйдем отсюда. И дамажим дальше. Сейчас будут гейзеры на рейндж. На обстреле, смотрите внимательно. Отойди, кто там фиолетовый? Сука. Я в ахуе, блядь. Шелфир, ну почему? Потому что я, блядь, мили стою. Просто дайте мне в РДД и все. Ну так хули, блядь. МВП ханту спасибо скажи, блядь. Начинается, блядь. Ну я не играл, у меня нету ни одного милика, но что ты хочешь? Ну блядь? Придется учиться, хули. Да, я понял. Там негде было убежать, некуда было. Я метку носил. Дальше отходим, дальше отходим. Гейзеры, блядь. Да и пизда. Ты бомж просто. Ресни меня. Какой ресни, блядь? Да, нельзя. На этом боссе нельзя резать. Пизда. Да ебать. Вообще не говори. Еще и конфликт, нахуй. Шадоу, нахуй. Блять, вы бомжи ебучие, нахуй. Вы вообще не понимаете, что тут происходит. Миликов нету, все. Ну, пизда, нахуй. Че рынжи так мало, допустим? Да потому что они, сука, в мили-зоне все стоят. Давайте я в рынжу поставим и спросим, что ты так мало ДПСишь.
Вот и будет ответ. Кто-то спросил мал ДПС? Ренджи он спросил. Да, у вас там есть место? Мы обычно смотришь хорошо, когда ходим. Так, кто там меньше это всех? Меньше всех кто дамажит? Кто там самый непонимающий? Ну-ка, Линка, не тебе дамаг. Вот Shadow, наверное, убрать. Биг Дэм, заходи, давай. Магом? Ты ебать. Нахуй, не заходи никуда. Это смешно, блядь, было. Ставь, короче, Shadow в мили тогда, а меня в РДД. А он там раздуплится, Shadow, ты знаешь, что такое в мили стоять? Ну, будет прыгать вдали, дотки кидать. Shadow, ты тут? Алло. Я не играл в мили. Ну, блядь, хули я тебе могу сказать. Сейчас будешь, нахуй, играть. Вот сейчас идешь на звезду и там начинаешь, блядь. Вот и вся история. А то мы хуй за ДПСим, так? Объясните, пожалуйста, появление гейзера. Блядь, появляются кольца такие, нахуй, под игроками, нахуй. Вот это гейзеры, блядь. Через 3 секунды они взрываются. Что еще надо тебе объяснить? Да я не пойму, там все в куче, блядь. Сначала АОЕ по всем, потом эти гейзеры, и меня шотает вспышка, блядь. В скверны, блядь. Я ты понял, поставь, да. Это Крайсис? Кто это, да, спрашивает? По порталу Крайсис. Стены поставь и вообще не заебывайся. Гейзеры появились, выпрыгнул из них порталом. В натуре, блядь, Крайсис, почему я тебя в десятке учил? Чего ты нихуя не научился? И вот иди сюда, блядь. Вот тут портал поставь, блядь. И бей босса, нахуй. Появятся эти кольца, нахуй. Ты просто нажмешь кнопку, нахуй, и пиздец. Только учил, вот, вот тут переставь. Тихо, блядь. Подальше от этого другого лока. Вот сюда вот куда-то. Вот. И все. Ты одной кнопкой, блядь, и выйдешь. Тут все тебе завидовать должны, а ты дохнешь как бомж. Все, давайте проверка. Там вон Биг Дамас еще плюсует. Ебать. И кого убрать этого? Shadow. Никого тут не надо убирать. Да тихо. Пускай, блядь, кикнуть. Ну если он не был, блядь. Вот. Ну так ему же надо учиться. Ну так а хули, ну научиться. В прошлый раз был. 25-ки. Ну ебать. Все равно Мидарку лучше шмот отдать, чем ему. У него он пока слабее одет, чем Мидарк. Так что этот самый. КД пока на тебе не славливается, там еще вдруг будет вторая, ну я не знаю. Так что портанись, Шаду. Я не знаю, кого еще тут. Я бы еще кого-то поменял, блядь. Да, ДПС удалил. Ты тебе сказать, кто на последнем месте? Ну, я просто так вспомнил, что он это мало вроде дает. Да ну, Шадов 5 косарей. Кризис, ну, вот. 5,5 косарей. Мидарк 5,8. Я, Алфир, не 6, надо меня базарить, я в миле стою. Я могу, ладно, я просто говорю. Магом в 3 раза больше дал, чем все эти по 5. Вот второй рейд, блядь, сейчас пойдем, блядь. Короче, мне надо это, шкаф. Ты поставь Саню на магии в милизону, посмотрим. Ну я на престе могу в милизону пойти и дать больше всех, опять же. Присумонился там, нет? Да. Надо быстрее это говно убить, блять, мы время проебываем. Надо бафы дать. У тебя что, бафов нет? У тебя все бафы есть. Теперь Биг Дэма нет. Биг Дэм здесь. Все у него есть уже. В Рэй тут? Сука. В Рэй, блять. Он я записал. Хуею, блядь. Может чилить, вот уже начал чилить, хули. Да ё, чё? Надо быстрее это все делать, нахуй. Ой, это чё, ренджа маленькая? Да пиздец. Не знаю, сколько там, ну, метров 36, 30. Вот мили. Смотри, прям на меня бежит, нахуй, ты видел? Берегитесь.
Смотри, бомж сдох нахуй. Два бомжа, блядь. Я тоже зашел. Наши гейзеры с поездами будут, да? Да. В РДД. Пизда, блядь. Что брал, что не брал, толку нету, нахуй. Я понял, блядь. Бегите или умрите. Так, тут будут гейзеры, смотрите. Да как так, нахуй? Идите в очко, блядь, падайте. Падайте, мало народу. Нихуя, падайте. Пойдем велика побивать. Это первые гейзеры, сука, это первые гейзеры. Их еще будет штуки две, блядь. Это за каждый гейзер минус 5, так мы в конце просто сдохнем все. О, я всех убил. Скали падаем, че? А, кстати, да, 18.00 ребут. Я вообще в ахуе, как вы дохнете, нахуй. Это пиздец просто, блядь. Надо, блядь, до ребута убить это говно. Сука, мудаки, сейчас я вас расставлю, блядь, каждого этот самый. Значит, третья пати. Третья пати, это будут все маги, нахуй, и локи. Сейчас я вас переставлю, блядь, отсюда. Ладно, Войд, самое простое, простое расположение, это просто в линейку встать и все. Линейка, начинается поезда, не надо сбегаться. Так, там начинается поезда, вот я и говорю, что в линейку надо встать. Поезда начинаются, все в линейку встали, гейзеры начинают вверх бить, нахуй, ты просто в бок уходишь. Тут и все. Конец немножко... линейки не дотянет до босса. Конец линейки. Да все нормально. Смотрите. Да, в смысле нормально, мы сейчас стоим не линейкой, все, и вот там вот... Тихо, сейчас я все объясню, блядь. Смотрите, у вас... Это, не буду нахуй, у меня постоянно вот оскорбление сыпется, блядь. У меня очко с этого горит. Вот смотрите, блядь. Я расположение метками вам показываю, групп, блядь. Вот тут в ромбике стоят хилы. Там ни один пидор не стоит, там стоят три хила. Ни один мудак там не стоит. Вот здесь в треугольнике стоит четвертая пати. Хант, фокус, нахуй, шалфир, вадикон и воид. Вот мы как-нибудь друг другу там найдем, блядь, как нам стать. Значит... В кружке, сейчас его чуть ближе дам, вот тут стоит пати, нахуй, три мага, два лока, у вас есть порталы, у вас есть блинк, вот кто-то с вашей пати сдыхает, сразу сотка, нахуй, это от гейзера, остальное, блядь, хилам в ромбик не подходим, не мешаем их ним гейзерам, вот, остальные два ДЦ, они там, теперь, тихо, нахуй, кто там шумит, теперь Илэйн, что он там дамажит? Десятка, блядь. Илэйн, ты знаешь ту тактику? Нормально все? Блядь, сдыхал он. Сейчас мы все увидим, нахуй. Смотрите, милики, для бомжей просто. Ставлю метку, значит. Крест, нахуй. Вот штрафная зона, блядь. Штрафбат вон там, в кресте. Значит, кто тупой, сразу туда уходим, блядь. И там прыгаем, блядь, как макаки. Вот, значит, кто это? Ну... Так, вот Invisible и Leia, хуй знает. Вот первая пати вся дамажит. Прям возле босса всегда. Если вы отбегаете, то вот сюда, в сторону этого угла отбегаете. То есть влево. Остальные все, блядь, вторая пати. Остальные все бичи, все милики, там энхи, блядь. Вся эта параша вперед отбегаете. Туда, в сторону креста, блядь. Вот и все, блядь. И с гейзерами, когда милики выбегаете, вы на решетку вообще не бежите. Бежите в сторону костей, там куда-то дальше туда. И заранее, блядь, если увидели гейзеры на РДД были, значит следующие на вас. 5 секунд, сука, побили и пошли, разбежались, растянулись в полоску там от звезды до креста, блядь. И сделали так, что вы вышли все с гейзеров. Какое-то предвзятое отношение к магам-локам. Сразу ЕП-шку кидают. ЕП-шку. Потому что у тебя одна кнопка. Вот смотри, ты стоишь в кругу такой, дамажишь. Хуяк гейзер. Хуяк повернул камеру, блинк нажал, и ты уже вот здесь вот стоишь. А гейзер там, нахуй. Никакое не предвзятое, блядь. У всех бы такие способности были, как у вас. Никто бы никогда бы не вайпался, блядь. А вы с ними стоите в гейзерах. Блять, в рейд тут нет, нахуй, алло, блять. Это магия столба. Блин, канулся из гейзера. Так а хули ты не принимаешь-то, блять? Да его чёрт. 4, 3, 2, 1. Не надо в одной метке стоять. Хант, брателла, блин, набери раньше со мной.
Ребята, вы чё рассосались? Мэтт Фокс, блядь. Вас рассосало, что ли? Но. Вы же сами себя зажимаете. Смотрите, чтобы вам было куда выбегать. Сейчас вот РДДшники смотрим. Вот Милики на ней, гейзер первый. Ок. Берегитесь. Ука. Блять, ну далеко эта псина ебаная. Просто далеко, поэтому я подхожу, блядь. Все подходят. Сейчас на обстреле будет на РДДшника гейзеры. Не дай бог протупите, блядь. Не дай бог не сможете выбежать. Фокус, сука, я за тобой смотрю, нахуй. Фокус, фокус. Смотрим, блядь. Вот. Вот, оп. И теперь гейзеры, смотри, блядь. Опа, кто-то зажал, блядь. И умер, блядь, да, Буребай? Фокус, ты мудак. Ну что это за говно, нахуй? Да я не знаю, ну на краю прям задевает. Да вы просто мудаки, нахуй. Ну нельзя дальше бежать, что ли, или что? Ридара качай, блядь, с блинком, с телепортом. Сука, тихо, короче. Два тела, три тела лежит, бьем дальше, нахуй. Вот. Две метки на инвизибле там. Надеюсь, они не сдохнут. Чё, да? Ханта положили, блядь. Ну захильте этих тогда. Сука, это пиздец. Мидарк еще сбегается и издыхает. Так я думал, то, что здесь тоже так же поделить урон можно. Ну поделили. Вы вдвоем поделили и сдохли, нахуй. Да штучку не отдал, блядь, чтобы выжить. Берегитесь. Пизду, нахуй. Пробуем добить. Отходим дальше, даем место, это протягиваем все ДДшники дальше, отходим. Гейзеры, я помню. Пиздец, блять, ну нахуй ты встал, сука, нахуй ты встал, тебя просили, блять. Вот сейчас ты словишь фиолетовую метку, мы все сдохнем, нахуй. Крази зеленую словил, блять, я понял, повезло. Притон. Мэтт Фокс, нахуй. Это пиздец. Мы в метку забежали, баф получили, отвлечение. Хилим людей. Мы много бегали, дохуя бегали. Вот три хила осталось всего. Пробуем добить. Вот на миликах гейзер пошел сейчас. Следующие РДДшники ждем. Что там, 6 лямов? Мы пробуем, блин, должны добить, додушить. Захильте Мелизону. Отойди, Хант, оттуда. Топол лучше просто сдохни. Я отойду, лучше сдохни. Кто там вообще очко будет? Вот РДД вышли, блядь. Дай бог сейчас кто упадет. Блядь, Кразис, нахуй. Ты вообще хуй чему учишься, да? Да ёбаный у меня добивайте, телепорт, добивайте. Блядь, на неудобной кнопке, сука. И так, руки мокрые, блядь. Не успел. Блядь. Поставь на удобную. Дрочить не надо, блядь, перед игрой, чтобы добивайте. Не были. Пошёл ты в пизду. Куда его? О, ботинки с рейтингом. Ну-ка, башка, хорошая тема. Где там моего ничего не выпало, да? Вот говно, блядь. Сука. Зато кисти на ловку упали. Нахуй я сюда хожу, блядь. Что брали, что не брали, блядь. Ты бигде, блядь. Печора, да? Ну. Опять нахуй. В одно ебало дамажит. Кому? Ханту? Ханту отдать? Понял, бля, Биг Дэм пришел, спас рейд. Ханту или Мэтт Фокс? Поднимите вы кто-нибудь, Холи ДЦ, подними, пожалуйста. Вставай, ебаный. Бежать 2 секунды, блядь, ты чё? На лок опять. Я не хочу бежать. Ну, блядь, всё, лежать будешь тогда, ебать. Нет, меня нормально челик. Пока мы, блядь, остальных боссов бьем, блядь. Чё, локом не надо? Локи, у вас есть эта хуйня? У меня на запах такая. Бля, ну я нажал. Кто нажал? Кразис, давай. Блять, не вижу, где он, сука. А я не вижу его в луте. Видите, вот, стоп, пиздец. Ну-ка еще раз. А, вот он. Так, теперь вижу. Ой, блядь. Отдалось? Да. Так, запы 320 этой хуйни. Это, наверное, мне, да? Наверное. Вдруг хилить больше стану с этой хуйней. Кольчуга, критхаст, рейтинг скорости. Это на кого? На Эршаму, да, нормально?
Ршама, Элем. Ну, он этому нашему Элему отдавайся, что. У которого 17-14 FPS. А это что, быстрое исцеление? Короче, на хила башка. Присты. Ласка. Присты надо кому-то? Это ДЦшная. ДЦшная? ДЦшная чарка, охуевшая. Угу. Башка редко падает, да? Так, коль ДЦ. Да, очень. Не, по крайней мере, вижу реже всего. И... питомец самому бичу с рейда, кто больше всех сдыхал. ГЦ, блядь. Бигдаму, что ли? Фокус хера. Дайте эту рыбу. Так, сейчас я, блядь, спекнусь в дерево, блядь. Ну чё, Войт, давай сапротик. Справа банк стоит, если что. А есть рыба? Да заебал, я бегу, блядь. Чё-то ты как-то неправильно питомца дал, там ролик должны были два человека. Можете его отпиздить и забрать, питомца. Так, рыба. Так, на сапрот кидаем обмен, у кого сапрота нет. У кого есть, пейте. У меня десятки еще осталось. Кразис, блядь, я тоже должен был остаться, чё за хуйня? Пиздишь сапроты? Я сегодня посмотрел, они 155 голды стоят. А, блядь, а, купил этого... огнелиста, блядь, 160 штук всего лишь было. 10 минут, 20. А где он фармится, огнелист? В Борейской тундре. Да, там эти болота или озера эти соленые такие. Гейзеры там. Ну или гейзеры, это хит. Ну там всегда несколько тел летает. А, там, блядь, читера летают. Короче, тактика очень простая. Гера где-то на 35%. Так, всех остальных есть сапрут, камни берем. Значит. Блудника в курсе, да, про 20-ю секунду, что надо будет панцирь нажать. Так, это хорошо. Так, сейчас, секунду, блядь. Короче, черный пол выходим, эти сферки закрываем. Ну и это, общая рекомендация, значит, на ХП Шалфир с Меддарком оставьте, Хальдеце и Неола на свое усмотрение даете. И во время каста, значит, дыхание 5-секундного энх и фокус кастуйте через себя цепухи. Особое внимание вон на хантов хилы смотрите, там на них заряжайте. И лейн подхиливай флешкой по проку. Самую просевшую цель. Ну и локи кастуйте похищение жизни и заслона темной магии нажимайте на дыхание. Маги, если хуёво совсем, то либо блок отдавайте, либо этот... щит маны отдавайте. Доспех поставьте просто магически. И доспех, да, всего фулл бой поставьте. Похищение жизни локом в какой момент кастовать? Когда дыхание идет, увидишь, когда босс крутится. Понял. Дает что-то. 5, 4, 3, 2, 1. Миликов так-то мало, блядь. Так, через 5 секунд дыхания будет, готовимся. Берегитесь. Ну, вроде пережили. Угу. Ну, самое жесткое. Это самое главное, это дыхание переживать. Остальное похую. Сейчас еще одно дыхание, вот давайте хилимся.
Ген, закрой сферу. Только закрытая там, где? Так. Так, уже фаза идет, если что, готовим. Сейчас еще дыхание будет. Так бы. Сейчас еще одну будет. Геру? Да, давайте Геру фулл ДПСим. От сферок отходим, если что. Это выходим с проклятием, выходим топотом с проклятием. Кто еще? Черный пол, осторожно. С этих, с бубликов главное выходите. Чтобы вас, по вам хил стопроцентный заходил. Блять, задамаживает, пизда, лач лагает, блять. Готовьтесь, короче, бегите, этот, забивайте, добивайте. Так, ну я забегу, не знаю, успею, нет? Вот, блять. Бля, выбежал, умер. Как дела да, там да, у вас? Ну а хули вы, бичи, сука, не забежали, нахуй? И кто теперь добивать-то будет? Алло, нахуй, выйди, равенян, с бублика, блять, бич. Сука. Да, блядь, я встал в бублик, и все, у меня зависло, нахуй. Я не мог. Добивайте, добивайте. Выйдите с бублика, блядь, чтобы вас прохилили. Пиздец, блядь. На кропалях. Сорян, конечно, но, блядь, пиздец, на школу встала картинка. Да, все нормально. Так, посох кому чё, надо? Чё, покажите, чё там? Посох обоссанный какой-то. Так. Значит, не зашел. Вот и уебало. Блядь, запы не очень. Так, запы. То в десятке одна кожа падала, сейчас кольчуга латы. Ну, кольчуга латы там. Так, о, шапка. Упал. Ну, запы на шама. Кольчужная шапка с РП, кому надо. Энхи. Это на... Анта. Анта. Или Энх. Грудь конченая. Так, грудак. 1600 хп. Так. Так, блуднига 10 нажимает, а Бурибай 100 нажимает. Бурибай тебе надо этот грудак? Так, ладно, Бурибай закидываю туда. Так, а это... А это ноги на... Нахапала, блядь. Нихуя себе. Так, Бурибай, надо тебе ноги нахапала? Не надо. Илэйн. Да, будешь хапала собирать. Все, погнали, еще один босс. Так, что у нас? 2 часа как раз, целка. Там сейчас, блядь, ребут этот, въебут нахуй на полгода. Да, кстати, блядь, вот это хуёво. Ну, короче, если что, завтра донесем целка. Хотя не это... Может, когда резко? Надо подумать. Да не, надо целка, наверное, занести. Надеюсь, ребут недолгий будет. Завтра будет вообще сервак весь день падать, наверное. Давайте рыбку поставим. Да нет, почему завтра-то? Так они за это водят завтра? Или когда сегодня водят? Водят? Сегодня водят. Сейчас, да. 24-го. Чего вводят? Сегодня после 6. А, еще будет. Сегодня. Вот, сегодня будут падать на кич. Сейчас все вот эти хуйни фармить пойдут. Блядь, давайте пойдет? На этом боссе не бланьте. А... Отбегайте, отворачивайтесь нормально, с метками выбегайте. Там же в центре его держишь, короче, там хил достанет. Главное диспельте. Шелфир, Мидарк помогайте. И лейн диспель там. Хочешь, я могу здесь спекнуться в ДЦ? У меня такой ДЦ, конечно, чисто на да, диспел могу сесть. Не надо, не, надо хилить и все это делать вместе. А кто просто хотел не... ДЦ? Кто хотел ДЦ? Мидарк, да я просто был а не на надо. Не, 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 дамаж. Нет, ты все понял. Все, поехали. Метки выносим. Метка? Метка! Меткой стоит, нахуй. Блять. Пойдет. Берегите. Вернулись.
Метки выносим. Блять, хули ты стоишь с меткой-то, блять? Кразис, нахуй. Что у тебя, блять? Метки. Берегитесь. Не, отвернулись. Блять. Метки. Блять, хилы вы дрочите там или чё нахуй? Чё за хуйня, блять? Не, Саджуаш сбрил прям быстро очень. Подисплейте, просто... пожалуйста. Просто пол хп у него не было, блять. Да зачем ты наперед-то несёшь? Вон в угол вынесла и все. Или не вынес. Берегитесь. Вы умрёте. И Неола, как дела у тебя, блядь? Я вообще не понимаю, что происходит, нахуй. Бьём Кинг-Конга. Берегитесь. Вы топа, блять. Уснул. Я понял. Метки. Блять, в рей нахуй. Сука, ты обрыгаешься. Ну далеко я нахуй. Пать, вообще мечи, блядь. Не, я метку просто наносил. Вы умрете. Ой, я понял нахуй. Блять, вы там хилите. Это. Давайте. Давай тотем. Шалфир на ману читай. 1%. А, да. Это закончили. А, ну нормально. Так, что там? Омоложение? Блять, заебало. Ну-ка, пояс, сука. Ну хотя бы такой, блин, забрать, да? Нормально. Не, отдай мне. Всё. Бля, стоит, как кидать стоит на 10 тысяч ДПС, я понял вас. Чё кидать? МК на 10 тысяч ДПС, челов. Чарка пиздец, топ, нахуй. Записи. Не, ну хоть да такая. Да забей, у них там, блядь, это маговская гейская порно, блядь. Да мафия маговская. Ты заебался своим МК. Забудьте уже про них просто, блядь, сам на магии играешь. Принципиально, блядь, не кидай. Чисто, да, 10 тысяч и МКшка, и под МКшкой зато, что. Либо мертвый нахуй. Вот это чарка мне надо. Вот это заебись прям. Это, получается, вторая у меня будет. У меня одна есть. Ну, тебе все надо, блядь. Ой, там плечо ДЦшное, холиковское. Бомба просто. Так, это мы что? Мы шелкали тем? Да. Хотя... Ну, сейчас, видишь, сейчас ребут, что, через 5 минут, да? Ну, да. Еще не объявлено. А, ну тогда летим. Может, РС-ку будет? Быстрее да будет. Да нахуй это мало... РС-ка, блядь. РС-ка неприоритетная, блядь. С нее голды нету. Так. А голды миллион. Плечо? На что это? Раз это 15. Холиковская. Холиковская. Холипристовская. А что, они разные, да, что ли, на холипристове и это? Да. Нет, ну типа, нет, я тоже ДЦ можно взять, но да, ДЦ ты бумаги быстрее сядешь. На холипристове это идет. Я понял, что я нихуя не понял. ГЦ. Сука, надо было престол идти. Так. Да, я нам не бить. Это топ-чарка для него. Это пацаны, вы что-то перепутали, блять. На ханта на ВМ это бисовое дерьмо отдай. Ничего не знаю. Ну ёбаный пастос, ну зачем оно тебе? Ну так на танка, блядь. На хп, блядь. Так это же кожа. Ёб. Да, блядь. Так на БМ он бисовый, потому что он с хэстой идет единственный. Ой. Да, кстати, это БМ. Да, я бы тоже ханту дал. Вот не прогинайся под них. Мотиваться надо у тебя. А вы не видели за УД пояс, там, по-моему, 264-й, по-моему, он тоже. Он крит мед.
Кольчуга, крит, меткость. Да, не, там не кольчуга, а... Ну, а это сарпом. РПБ. Там пояс, да, РПБ. Так и... там хоста, по-моему, есть. Там, ну, хоста, так, да, там РПБ. Он бисовый. Он именно бисовый, с ним ходит в талово. Ну, только чарка говно. Да я ее реролью сразу. Так мне эта чарка нужна, блядь. Куда тебе? Ты и так толстый. У меня надо на перчи. Да все, оставь себе, ебаный. Он не толстый, это просто кость такая. Да. Колыхается, да, при беге? Не, колыхается мамон. А кость просто широкая.